у нас очень много всего интересного. Милана рисует платье для Катерины. Максим херачит по столу палкой. Мы не понимаем, что происходит. Все нормально. Это норма. Это игры. Это норма. Да. Ой, нам задание пришло. Для Ксю, Вась-Васьча, Макса и Юрца. Ребята должны воссоздать смешные эпизоды из фильмов, такие как «Служебный роман», «Операция и приключения Шурика», «Кавказская пленница». Мне нравится третий вариант. Да, я считаю, что он достоин повышения и что он будет делать прекрасную, прекрасную работу в нашем отделе промышленной промышленности. Давай, говори! Это не наш метод, Шурик! Могу, да? Зачитать билет? Не хотите взять еще, может быть, билет? Еще. Прием, прием. Галина Петровна, я вам тут... Слушайте, я вам денежку принес за квартиру за январь. Теперь я ставлю сюда. И сюда. Кстати, а почему сейчас на данный момент нас только четверо? Максим, расскажи, пожалуйста, где Катерина? Катя ушла... Ты знаешь больше всего об этом. Вышла подышать. И с тех пор ее... как говорится, и никого это не беспокоит? След пропал. Пропал, да, простыл. А вот, это Катюша, которая пошла на еду нам добывать. Собственно, я не против первого изначального рисунка, но поскольку мне в руки попалась ручка, я решила дополнить его. Ксения вроде не возражала. Вы не спросили, конечно, меня, Милан? Я долго рисовала, очень... Я... Не получилось.